И вот сегодня я, к сожалению, не имею права разглашать данные дисциплинарного производства, но я могу сказать одно. Я остаюсь адвокатом. Я, в принципе, всегда ожидаю, что ко мне могут там с утра с обыском прийти или задержать где-то прямо в ходе заседания. Ну, чтобы я в первую очередь заткнулся. Последние 2 года, вот как стал депутатом, у меня все, у меня жизнь — это постоянное ожидание какого-то негатива, к сожалению, стало. Я думаю, многое тут будет зависеть от общественной реакции, на самом деле, потому что они к этому прислушиваются. То есть они прощупывают почву, получается, сейчас? Да, да, я думаю, так. Варианты разные, они, я думаю, будут зависеть как раз от уровня общественной реакции. Я остаюсь адвокатом. У Министерства юстиции, по крайней мере, на данном этапе, ничего не получилось. И все это произошло благодаря вам, благодаря вашей поддержке, которую я ощутил буквально со всей страны. От Хабаровска до Белгорода, от Минеральных вод до Мурманска. Спасибо вам огромное. Спасибо моим избирателям, которые активно включились в эту поддержку. Спасибо товарищам по партии и лично Геннадию Андреевичу Зюганову, который сам написал письмо в мою защиту. Спасибо всем неравнодушным, кто репостил информацию об этом злодеянии чиновников, кто подписывал петиции, кто участвовал во флешмобах. Спасибо вам. Это наша с вами общая и очень важная, по крайней мере, для меня победа. Пока мы едины, мы непобедимы.